Женская команда волейбольного «Енисея» продолжает писать историю. Накануне девушки оформили путевку в четвертьфинал Европейского кубка вызова. Как и ожидалось, сибирячки не испытали особых проблем и во втором матче с Мариной Каштеллой. Ответная игра в Хорватии завершилась аналогичным счетом, что и в Красноярске 3-0 по партиям. Но помимо выхода в следующую стадию турнира, «Енисей» в противостоянии с балканскими волейболистками установил для себя еще одно достижение. В третьем сете красноярки позволили соперницам набрать всего 5 очков. Для нашей команды это стала самая короткая партия в истории. Отметим, что в 1/4 финала Евро-челленджа «Енисей» встретится с чешской «Остравой». Матчи команд пройдут в 20-х числах февраля. Победно на европейской арене день провел и баскетбольный «Енисей». На своей площадке красноярцы взяли верх над турецким «Демиром» в первом матче 1/8 финала Кубка ФИБА. Игра для обеих команд выдалась непростой. Соперники показали достаточно результативный баскетбол с изобилием точных бросков из-за дуги и эффектными проходами под кольцом. Но нервы крепче оказались у «Енисея» – 91-81. Перед ответным матчем в Турции красноярцы имеют 10-очковое преимущество. Согласно регламенту турнира, в следующую стадию пройдет команда, набравшая больше очков по сумме двух матчей. Сегодня, после практически месячного перерыва, возобновляется чемпионат России по хоккею с мячом. Вниманию публики будет представлено 6 матчей. Все они пройдут на площадках западной группы команд. Действующий чемпион страны «Енисей» отправился в гости к Ульяновской «Волге». Сейчас подопечный Сергея Ломанова в стенах ледового манежа в полном составе готовится к непростому матчу. На днях в стан красноярской команды вернулись сборники, участвовавшие на чемпионате мира в Швеции. Напомним, что именно волжане стали лидером западной конференции по итогом первого этапа чемпионата. Сегодня футбольному «Енисею» предстоит перелет на Кипр. На острове в Средиземном море у команды запланирован второй учебно-тренировочный сбор. Там красно-синие пробудут до 25 февраля. За это время подопечные Андрея Тихонова проведут 5 матчей в рамках розыгрыша Кубка ФНЛ. Напомним, «Енисей» оказался в одном квартете вместе со «Спартаком» из Нальчика, «Зенитом-2» и командой премьер-лиги «Уралом». Остальные соперники определятся по завершению группового этапа турнира. Антон Соркин, Афонтово новости.